Необходимо вытащить машинку из розетки. Вот за нее можно дернуть, и дверь, по идее, должна открыться. Да, справа. Справа. Бывает слева, бывает даже посередине. Мы можем проверить, то есть, есть ли в вашей машинке такая возможность. Здравствуйте, меня зовут Максим. Я мастер по стиральным машинкам в компании «Ленремонт». В компании «Ленремонт» я работаю около, наверное, 5, может быть, 6 лет. Стиральными машинками занимаюсь, наверное, лет 8 приблизительно. Здравствуйте, меня зовут Роман. Я мастер по стиральным машинкам компании «Ленремонт». Работаю в данной компании уже 3 года. Ну, а так, стиральными машинками занимаюсь около 6 лет. Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я мастер компании «Ленремонт» уже около 5 лет. Занимаюсь этим делом около 8 лет. Проверить, слилась ли вода. Последующая причина, то есть может быть, что вышло из строя устройство блокировки люка. Ну, некоторые машинки позволяют открыть дверцу, то есть есть так называемое аварийное открытие дверцы. Тоже мы можем проверить, то есть есть ли в вашей машинке такая возможность. Прежде всего, я думаю, что необходимо выключить машинку из розетки для начала, подождать там 3-5 минут, и машинка может просто сама по себе разблокировать дверь. Это первое, что можно сделать. Но тут нужно смотреть, если там вода, то тогда ее сначала хорошо бы удалить через нижний фильтр, через такую крутилочку, которая находится внизу справа, по-моему. Да, справа. Бывает слева, бывает даже посередине. Значит, она под пластиком обычно. Вот это первое, что можно сделать. Если при условии, что у вас обычная АБЛ-ка, то есть не электронная. Если электронная АБЛ-ка, то в этом случае, в этом же месте, там, где находится фильтр, есть такая веревочка или пластиковый какой-то, пластиковый, ну, такая штучка торчащая. Визуально она подкрашена либо там салатовым, либо желтым цветом, красным бывает. Значит, вот за нее можно дернуть, и дверь, по идее, должна открыться, если никаких, ничто более не препятствует этому действию. То есть она откроется, по идее. Это аварийный, вот как сказал Анатолий, аварийный способ открытия двери. Если же вы там дергаете за эту там, пластиковую, там, какой-то, ну, не хомут, ну, такая штука визуально выделяющаяся, и дверца не открывается, то здесь уже вопрос скорее в плоскости, что-то там зацепилось, где-то что-то там пошло не так, что-то там серьезно перегорело. Вероятно, вот такой вот будет расклад, и эту проблему без там специальных изогнутых спиц каких-нибудь, там веревочек, там, не знаю, тросиков металлических тоненьких, эту проблему будет не решить. Причем, решая эту проблему, нужно понимать, что машинка по-разному закрывается, и каждая модель, там нужно прям, ну вот, знать, одна модель открывается, у нее там такая собачка есть, значит, она открывается в одну сторону или в другую, то есть куда нужно давить и что нужно делать. Ну, либо Google вам в помощь, либо Ленремонт. Ну, такая причина еще может быть, как сломалась ручка люка. Если вы дергаете за ручку, слышите какой-то треск и понимаете, что что-то сломалось, и после этого вы не можете люк открыть, то, скорее всего, причина в этом. Ну, тут вам самим открыть будет крайне трудно, если нету специально предусмотренного шнурочка вот аварийного открывания, то тут только к мастеру. Ну, первым делом, что нужно сделать вообще, если у вас дверца не открывается, да, как правильно сказали, выключить из розетки, она может открыться после этого сама по себе. Питание на машинку пропадает, и замочек дает. Замочек остывает и дает возможность открыться. Да, как правило, это занимает там несколько минут, такое остывание замка. Вот. Внимательно смотреть, есть ли в машинке вода, чтобы, если вы, не дай бог, открыли, вода на пол не вылилась и не залила. Ну да, нужно быть готовым, конечно. Да, но если после этого дверца все равно не открывается, то
Да, обращаться к мастеру. Спасибо за внимание. Если у вас что-то сломалось, звоните в Ленремонт. 344-44-44.